Вопрос такой: какие картины можно вешать дома с изображением воды, природы, как они влияют? И можно на стенах фото семьи детей? Спасибо за ответы. Семьи и детей не нужно. Изображение семьи и детей в картине можно, а в фотографии нет. Картина может висеть с изображениями всех ваших близких, если она нарисована маслом, гуашью чем-либо. В случае, если это огромная фотография, не нужно, это связано с тем, что фотографии замедляют ток времени и могут остановить. А когда остановится время, то будет такое ощущение, как будто в болоте. Моль начнет в доме заводиться, начнет появляться а, застойная, такое, застойная атмосфера, по, появятся люди, которые не захотят добиваться чего-либо, не захотят работать, общий потенциал семьи может уменьшиться. А в случае, если у вас а, Семья на картине изображена маслом, то можно это наоборот будет вдохновлять, поднимать, заставлять, мотивировать это как талисман вашей семьи. Далее, а какие картины можно? Ну, нельзя, допустим, Море Ивазовского, потому что все будут постоянно ссориться. Какие картины? Вы знаете, покупайте картины, в которых много теплых цветов какая угодно может быть картина. Дело в том, что люди часто, они не понимают живописи. То есть обычный человек, начиная видеть живопись, он обращает внимание на то, что изображено на картине. На самом деле, немного по-другому нужно воспринимать живопись. Когда вы смотрите на картину любую, обращайте внимание на теплые и холодные цвета. Вот обращая внимание на теплые цвета, знайте, что в этот момент художник испытывал состояние тепла, любви, теплых отношений, которые передались в выражении, в позе. А когда холодные цвета, то это он испытывал холод, раздражение, нелюбовь и так далее. Поэтому, когда вы смотрите на такие картины, попытайтесь увидеть, там больше теплого цвета или больше холодного. Вот для, для, вашего, для вашей квартиры хороши картины, в которых есть теплота. Теплота, чувственность. Если она передается в виде изображения, то изображение располагается, притягивает нравится. Ну, ну, может быть женщина, допустим, даже там нога или там в одежде без лица, просто там на, на фоне поля там заходит солнце, но она теплая, вся женщина розовая, даже несмотря на то, что она полная. А полная не передает то, что это женщина полная, это передает там наполненную чашу жизни, это дает возможность понимать, что женщина важна, что много она может дать, что она создает вот полное преданность, полную верность, уверенность завтрашнего дня и так далее. Вот как-то так надо читать такие картины. Вот такие картины.